К другим новостям. В библиотеку можно прийти не только за книгами. Так, в Бригантине работают клубы по интересам для детей дошкольного и школьного возраста. Маленьких жителей округа обучают рисованию, развитию речи, театральному искусству и другим творческим направлениям. На днях наша съемочная группа побывала в школе мастеров и увидела, как из самых обычных материалов ребята создают необычные сувениры. Столовые салфетки, бумага, пенопласт. Здесь любой материал получает вторую жизнь. И даже самые бесполезные на первый взгляд вещи находят применение. Вот, например, современное направление квиллинга. Различные сувениры создаются из гофрированного картона. Из листов картона обыкновенного, который расслаивается, потом вот делится на полоски и нарезается на такие вот полоски. Путем склеивания и превращения его в различные формы можно делать интересные поделки. Вот, например, этого петуха можете посмотреть, что получится может, какая интересная работа. Такие занятия несут ряд важных функций. Они способствуют развитию мелкой моторики рук, стимулируют развитие мышления, а также формируют у детей эстетический вкус. Творческие возможности развиваются у детей. Они чувствуют красоту. Я им прививаю также чувство меры, также сочетание различных красок, сочетание оттенков, чтобы они это чувствовали, понимали. Занятия по рукоделию проходят в Центральной детской библиотеке раз в неделю. Урок длится 2 часа. В настоящее время в Бригантине объявлен набор участников в клубы по интересам. Луиза Егазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.